Смотр через вас связывается с нами, если что. Да. Блять, мы еще за Германию играем. Охуенно! И как я это буду, блять, видос вставлять, скажи мне? Чел, я на карту захожу, блять, тут просто 4 свастики. Это охуенно. Бля, я просто смотрю, как командир двигает нахуй камера, я хуею. Не бы такую скорость. Вижу, ты хуйню. Просто командир справа сверху за секунду все и круг проматывает. Мне просто надо по всему столу мышкой двигать, чтобы повернуть дуло на 10 градусов. Посмотри, я сейчас покажу. Это я весь стол, блять, продвинул. У тебя такой маленький стол? Конечно. Огонь! Выбил. Там сзади, за экипаж вижу, сзади. Экипаж сзади, два человека. С МГшек стреляй. Все, отставить огонь, отставить. Экипаж огонь. На 50-м азимуте. Прием, надо добивать экипаж. Пока. Давай, добиваем. Конечно. Вау, блядь. Отъезжай, спрячемся куда-нибудь, утром выйдем обратно. Задний ход. Да-да-да, за дыру спрячемся, а утром вернемся на эту позицию. Я что-то... Да-да-да, туда едем, все. Блин. Мы что, перевернулись? Мы кикфлип сделали. Нихуя себе. Вот этот весь геймплей, Гриша, 17 часов мы простояли. Смотри, это... Черт возьми, жара, сло. Сэр, еще 13 градусов, мне кажется, здесь не жарко. Не сэр, как минимум, мы не союзники. А кто мы? А кто мы, блядь? За 8 часов столько всего поменялось. Мы оголодали и начали друг друга видеть не союзников, а еду. Вот так вот, наверное, у некоторых немцев Вторая мировая и кончилась. Как бы ты шепотом разговаривать? Да пусти, блядь, пешка! Как шепотом говорить? Пацаны, смотрите, куда я пропал. Пацаны, я могу материализоваться с другой стороны стены. Наблюдайте. Исполнился, получается. Ты пропал, Марк. Пойдемте за стеной побазарим. Ну я пытаюсь, а что-то не могу. Тудан. Дисконнект. Пацаны, я сейчас войду в это здание и посмотрю, есть ли там враги. Они минируют вход или что? Пацаны, в доме чисто. Пацаны, если вы на Y нажмете, то будет музычка. На Y? На Y, да. Сейчас. А где я? О. Чё? Чё? Так, хотел открыть обратно. А, подожди, на Y и нажимать, это пинговать Зевса? Да. Бля, я не знал, сорян тогда. Давайте, может, Газманова споём. Может, анекдоты? А, анекдоты. Отлично, кто знает. Трахаются, короче, два педика. А если дать гражданскому пистолет, это считается угрозой? Если у гражданского имеется вооружие, он уже не становится гражданским. Не, имеется в виду, если я ему дам пистолет, то можно будет его убить? На первом и втором круге полный цикл. Так же здесь. Одежду меняют. Это маскировка новая, русская разработка. Брифинг красных, нахуй. Извините, а у нас чё, ПВП миссия? Почему брифинг для красных? Нет, ПВЕ. А чё мы ждём? Когда брифинг у красных пройдёт. Да, у них там брифинг идёт. В смысле красных? Я не понимаю. Потому что миссия ПВП. ПВЕ. ПВЕ. ПВЕ отдельный брифинг. А почему у них отдельный брифинг? Ну потому что у нас ПВП миссия. Нет, это надо бля... Как стереть, слушайте, как стереть. Alt F4. Alt плюс F4. Подождите, есть комбинация на сношение винды кнопки. Вроде Windows Power этот Pause Break нажмите, и нормально все будет. Нажмите, мужики. Артём на самом деле очень известная личность, в Томске даже в честь него улица есть. Пидорская 6. Нет, улица Артёма. Факт. Сегодня, короче, это работал. Охуеть! Домой. Охуеть, идешь домой? Клей нахуй. Пойду в кобальт поиграю, нахуй. Заебали эту хуйню играть. Лучше пойду в жопу подавлюсь, нахуй. В три кадра.
пока. Бригада! Ладно, давайте в очередь выстроимся. Ой, бесконтактный режим же стоит. Ошибка нахуй сдавать назад, когда есть очередь. Остановился, ошибку лютый сразу совершил. В этой игре нельзя останавливаться. Hello, bitch. Пошел ты нахуй. Мне чел так показал вот это. Ну ты убей его. Ща я его нахуй собью так. Пончо, если ты слышишь, что боты говорят типа fuck you, fuck me, oh shit, всякую такую фигню, то воспринимай их серьезно. Ну блять, его пригласите или нет, ребята? Инициация social class. Че? Не знаю. Это он так сказал, Пончо, что ты даун. Охуели? Воспринимай серьезно, Пончо. Пока, Гриша. Че, где музыка-то? Да Гриша, ты заебал нахуй, ты съебешься оттуда. Напоследку. Да нет, Серёга. Да ну нахуй, вы серьезно? Это как, блять, вообще возможно? Какова вероятность такого события, блять? Скажи мне! Хуй! Ты прошел? Мерседес! Ой, блять, Мерседес! Ебать, Мерседес! Пока, Артём! И сейчас я ветряк въебываюсь, надеюсь. Надейся, ёпта. Ты был прав. Пошел нахуй. Газуй нахуй! Газуй! Держись в верхней части и газуй нахуй. Блять, рано сильнее сказал. Тут изи, Андрей, только не газуй сильно, просто контролируй ситуацию. Гей. Стоп, короче, чуть-чуть. Я вижу вагоны, мы сейчас к ним идем. Да, а потом вдоль дороги самой железной идете этот. Слышите, вы знаете, где ваш БТР? Ой. Никак нет. Я тоже не знаю. Отлично! Ты в очках, чел. Передай главному, чтобы он рацию там взял. Андрей, на рацию, блядь. Какой КВ? Я ебу. Я тебя понял. Товарищи идиоты, вы чё тут делаете? Мы ищем наш БТР! Идите обратно в строй, командир, я вам объясню, что... Так я командир! Так ты едь туда, к взводному командиру. Я должен к сам себе приехать? Давай нашу, богатырскую. Ага, опаньки. А вот и наша... Я так не буду говорить, мужики, даже не смотрите на меня. Не-не-не. Так, ребята, а мы умные. Мы будем решать примеры. 5+5. Так, ребята, идите ко мне, похуй. Все забирайте, все, что видите. Так, забираем все, пытаемся по максимуму забрать, чтоб никому не оставить. Эти пофиг. Я украл всю еду из ящика. Это не мы. Самое время покушать. Буханка хлеба, 20%. Все, ебать, полетели. Блять, я съел хлеб, а у меня в течение 10 секунд не было получено сообщение. Классно, неплохо. Окей, у меня сервер... У меня хлеб перекрывает весь сервер, охуенно. Подъедь, Гриша. Чего? Подъедь. Куда? Блять, ребят, 30 секунд не было получено сообщений. У меня хлеб сожрал весь... Отсоединился. Охуенно, у меня хлеб весь трафик съел. Бля, ребята, не ешьте хлеб, вам пиздец. А чё, всё это сохранение, что ли, было? Да? Ай, в пизда. Было.
Надо. Бля. Блять, кстати, стой, реально, сбрось, пускай Тёма зацепится, его что же нахуй примагнитит? Цепляйся, Тёма, ебаш. Питер, гри. Нихуя, нормально. Мы ловим. Кнопку нажми, Гриш. Нажимай. Стой, еще раз нажми. Да, блять, это... Нихуя. Гриша, смотри ржаку. Да, просто смотри, если сделать вот так, вот будет так. Look at this, долбоёб. Пидарас. Помогите, не надо. Не надо. Пункт назначения 3. Парни, они там без меня. Нихуя тебе. Распидарайся. О, как?